Всем привет! Вот уже наступил 2017 год. Хочу вас поздравить с этим. Пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы вы ставили цели, задачи в этом году, чтобы планировали свой год, чтобы исполнялись все ваши мечты. Но для того, чтобы ваша мечта исполнилась, нужно приложить к этому усилия. Например, если вы хотите выучить английский язык, то вам нужно садиться за учебники, за тетради, учиться, смотреть видео или же пойти на курсы. Мечта, она не исполнится сама по себе. Поэтому все начинается с маленького, с планирования. Вы спланировали, поставили цель, все расписали тщательно, и ваша мечта, она воплотится. Если вы хотите работать на хорошей работе, опять же, вам нужно не играть в компьютерные игры, не заниматься всякой ерундой, не сидеть в Инстаграме, а четко учить специальность, читать книги по этой тематике и так далее. Поэтому желаю, чтобы вы не тратили свое время зря, вот, чтобы в этом году наконец-то вы начали бегать с понедельника. Кстати, сегодня понедельник, 2 число, вот, Новый год. Можно начать сегодня бегать, заниматься спортом, ходить на английский, на аэробику и так далее. Вот, так что вот этого вам и желаю.